Да-да. А, слава Ленину, товарищ преподаватель! А я вижу, у нас тут заявка на... Отлично! Возвращение Крыма в 2014 году. Вот эта заявочка на отлично! Ну что же, я вижу, вы ответственный хороший студент. Пожалуйста, цените билет. Угу. Ну что, все понятно. Давайте начнем с первого вопроса. Первый вопрос. Когда возникла Беларусь? Беларусь придумал Ленин, когда попробовал драники в корчме под Лунинцем. Замечательно. Давайте перейдем сразу ко второму вопросу. Второй вопрос. Когда была революция IT в Беларуси? Революция IT в Беларуси была в 2028 году, когда весь мир узнал, что Александр Лукашенко – киборг, то есть робот, который разрабатывался еще в СССР и во времена распада Советского Союза среди этой неразберихи стал президентом Республики Беларусь. Замечательно. Давайте третий вопрос. Кем был Франциск Скорина? Франциск Скорина – это известный чешско-польско-британский экстремист-террорист, убийца и вор, который украл у великого русского первопечатника Ивана Федорова книгу, которую потом перевел на неизвестный и непонятный язык и издал в Праге. И как назывался их язык? По-моему, мова. Отлично. Хорошо, такой вопрос. Последний вопрос на сегодня. Когда в Беларуси вымерли туры? В 2025 году погиб Игорь Тур возле предвыборного участка. И как он погиб? Оторвался тромб от перенапряжения, когда он очень сильно хлопал речи Лукашенко. Слушайте, ну замечательно, вы все знаете, но для того, чтобы сдать наш экзамен, одних только знаний может быть недостаточно. Конечно, я все понимаю. Это вам за то, что вы нас научили всему. Слушайте, ну это же отлично. Вы будущее нашей страны. Я надеюсь, что таких студентов, как вы, будет становиться только больше и больше. Спасибо вам, Владлен Ярополкович. Это вам от нашей группы, потому что мы хотим, чтобы такие преподаватели, как вы, всегда получали то, что заслуживаете. До свидания. До свидания. До свидания. Вітаем вас, шановне господарство, у ефіры Хайтак ТВ і ў студыі гэтым разам Міхась і Кацярына. І ўсё. Я зараз тебе покажу один відос. Ён прыйшоў да нас з братняй Расеюшкі. Хаця якая яна нам братня. Тычыцца некіх людзей, якіх завуць Ваданаева і Боня. Я пагугліла, што это за людзі, аказалася, што гэта некія свецкія львіцы. Вам предлагалі за свідання? Ну, я бы пайшла, например, з Колей Лукашенко за мешок картошкі на свідання. Кстати, он такой красавчик. Вообще, у нас вкус с тобой похожий. Вы очень любите картошку, я смотрю. Нет, не видно, какой он красивый. Видел я. Коля, если что, мы с Аленой готовы приехать в Минск и просто за картошку посидеть. Ну подожди, при чем здесь отдаться? Они отдали караоке, за картошку. Слышишь, Коле можно и за картошку. Табак, в принципе, это, ну, файная такая галіна развіцця патэнцыйнай гаспадаркі. Так, ну, я думаю, что Колю варто попросить тату, каб ён даў яму ўсё ж такі мех ці два бульбы. Каб уже двум дзеўкам, каб яны не побіліся. Не ў будзе.
от Александра Григорьевича, коли трошки бульбы первое дело суседнюю братнюю краину. А в уголе мне подается, что этой девчины Бони и Водонаева, они трохи так дробно берутся. Ну, бульба, бульба. Вот коли б яны до Александра Григорьевича пришли, он бы их, может, кавунами почастовал, некими иншими речами. Я думаю, будем уже так, удокладнять. Коля так приходит, каже, тата, дай мне картошки, дай мне, мне очень надо, мне не хочу картошки. Мне сделками, сделки проехали в Ляхе. Москвы. Щенок! Одевай свой этот китайский костюм спортивный. Они тебя полюбят и без картошки. Да. Что я кормлю своих девок арбузами, а тут приходит такие озаренные, как говорят, а можно мне без арбузов? Можно мне без картошки? Мне так, да. Нет, можно я просто посмотрю за баклажан? Постою. С другом своим. Гадыкевич, иди сюда, нам разрешили. Слухай, какая самая великая проблема у Беларуси? Дураки, видовочно. Дороги. Амаль, я так лечу, что малые, вельми малые заробки у чиновников. Ты так показываешь, малые, вельми малые. Я сгадал на виду про Гайдукевича, але на себе не показываюсь. Короче, вельми малые, тогда скажу, заробки у чиновников и силовиков. Да ты что? Вельми, ты что, конечно. Тому их было вырешено поднять, Лукашенко поднимает всем заробки. Видите, люди, кому зараз поднимают заробки на 15%? До 9 тысяч будут заробки у неких так шишек белорусских рублей. Фу, фигня. По гуздеповским меркам для тебя, для себя это мало, так? Абсолютно, абсолютно. Ну что можно заработать на 9 тысяч? 9 тысяч чего, до речи? Белорусских рублей. Смешно, Миша. И что теперь будет с ними, когда у них будут такие гроши? Слушай, я не веду, на что они будут выдатковывать, хотя одна идея есть. Для меня связанная с новиной про повышение заработков, то, что у Минску продают дом. Дом за 3,5... В черном-черном городе есть черный-черный дом. В городе Солнце наше продают дом, который каштует 3,5 миллиона доляров. Так это все силовики, может, потрошки скинуться? Я подлечил, что, дальше на ресурсе Люстерка подлечили, что для звычайного белоруса копить на такой дом 440 годов. Коли не пить не есть, але для силовика, коли ты, например, 9 тысяч зарабатываешь, у всего только 100 годов. 100 годов копить на этот дом. А як ты думаешь, чий гэта дом? Чий гэта дом? Ну, я не ведаю. Мне у головы приходит чомусь Саладуха. Хотя не, у яго явно не 3 мільёна. Не, 3 мільёна ён не на вінаградзе. Да, да. Слухай, гэты дом належыць цешчы Валентина Шаева, які ўзначалі ў следчы камітэт там у 12-15 годах. То бок так само сілавіку, цешчы сілавіка. Але цешчы, слухай, а як, адкуль столькі грошай? Адкуль? Ну, так, ну, я... Ёсць адказ на пытанне, Кацярына. Адкуль гэта прукрасная цешча з глыбокага? А, так там же згушонка. Я думаю, ну, згушонке 3,5 мільёна даляраў. Нормально подняли, нормально. Так, сама, можа, закатывала гэту згушонку, сама продавала. Так, слухай, так это вельмі файна. Калі цешча сілавіка валодае домам за 3,5 мільёны даляраў. Так это ж можна нават і не скидывацца. Можна, ну, як бы, дом цешчы сілавіка належыць і так сілавікам. Можна яго і не купляць. Можна, ну, так, можна так забраць, там, ну, дзяржава выплаціць гэты. Ну, што такое 3,5 мільёны? Всё. І зрабі там клуб. Назваць яго сілавічкі. А я падумаў, што, можа быць, калі 400 гадоў трэба беларусу капіць, каб набыць такі дом, дык, можа, сярэднявеччы ўжо ёсць тыя беларусы, ёсць тыя сілавікі. Дункін і Маклауды. Які капілі па капеечкі. Я родился 400 лет назад в болотах Полесья. Я покупаю гэту нерухомасць. Хачу паказаць табе одну фотографію. Чалавека, які збіраецца ў мінскі гарадскі савет депутатов. Ой, які хорошенькі. Не прагоніў, зажравшись. Ось менавіта так выглядаюць людзі, якія не даядаюць, каб набыць паглядзіш дом на такога за 3,5 мільёна. І скажаш, боже мой, ну, калі табе ўже зарплату падымуць, да. Ну, пара ўже, дай я табе заплачу, не даядаеш. Дачакаліся, Бондарова хоча туды. Наверх. У палатку. У палатку прадстаўнікоў. У палатку прадстаўнікоў. Так. Ой, господи, яна... обвестила свою программу
и рассказала про свою биографию трошки. Высветлилось. А она рассказала, что у нее была криминальная справа за контрабанду цигарет. Ну, это неяк вылезло так. Стало вядома. Я только два года в своем житті попрацювала. У сферы гандлю. Что за сфера гандлю, мы не ведаем. Ну, так аккурат, гэтыми цигаретами, напэўна, гандлявала. Ну, напэўна. А гэта потом стала контрабандой. Можа, ей гэта нешта одно. И праца, и хобби, так. И крацей, а ее досягненні, гэта тое, што яна забаранила. Што яна забаранила лацінку, забаранила тое, сёе, пятый, десятый. Зараз яна, дарэчы, даколпалася. Ой, я не ведаю, мне падаецца, што гэта нават праўладныя ўсе людзі будуць хутка бегаць як адладана, таму што яна дакалупалася да шэўронаў ГАІ. Карацей, некі гербаў беларускіх некіх рэгіёнаў. І калі гэта... Чакай, здаецца, пагоні все ўже прыбралі. А да чаго там можна дакалупацца? Паслухай, ну, є такая фантазія. Яна ж усё жыццё назапашвала такі творчы патэнцыял. Яна толькі два гады папрацавала. Дайте ей реалізавацца, пусціць ее ў парламент. Можам нават некую петыцію зрабіць. Гэта будзе вельмі цікава паглядзець. Пусціце Бондареву в палатку. Так яна ж там усіх разгоніць, яна будзе адна сядзець. Яна на ўсіх напіша даносы вакол сабе. Ой, цудоўная жанчына. Можа быць, ёй проста не хапае творчасці ў жыцці, ведаеш, ну, там яе не пусцілі, тут яе не пусцілі. Трэба было, можа быць, на які-небудзь, не ведаю, мастацкі факультэт ісці. У яе так фантазія добра развіта, руку набіць, паставіць і всё нармальна. Хаця і рука набітая, я думаю, так само. Это яркий пример того, как важно в нынешние нелегкие времена для нашей страны быть патриотом и настоящим человеком. Спасибо огромное представителю районной общественной ячейки БРСЭ. А сейчас слово предоставляется секретарю Коммунистической партии Беларуси, кандидату в депутаты Минского городского совета депутатов, патриотке и общественной активистке Беларуси Бондаревой Ольге Славомировне. Здравствуйте, товарищи. Поехали! Спасибо, Ольга Славомировна. Немного неожиданно, честно, но... Ладно, что ж, товарищи, сейчас эта церемония прощания с заместителем председателя Коммунистической партии Беларуси подошла к концу. А сейчас мы приглашаем всех на возложение венков, а потом выезд в кафе «Светлое будущее» на поминки. Беларусь краіна для жыцця, і ведаеш, мне падаецца, што беларусы часам самі гэтага не разумеюць. Яны робяць некую лухту, кудысь усё імкнуцца, едуць, перасоўваюцца туды-сюды. Ну, неправільна сябе паводзяць, але рашэнне ёсць. Чыгуначны суд Гомеля прызнаў экстрэмісцкімі канал дадатку «Транспарт Бай», там так, расклад так. Транспарта, і забараніў чат «Грамадскі транспарт Гомеля» і «Гомельскі транспарт». Акрамя раскладу аўтобусаў, маршрутак, там нічога па сутнасці не было. Але падпісчыкаў у яго, ну, шмат, яго 500 тысяч разоў скачалі толькі ў гугле гэты дадатак. А цяпер гэта ўсё экстрэмісты. А чаму? А чаму? А я тебе скажу. А потому што нече ездзіць. Раз'ездзіліся тут, во, беглыя, пладзяцца як мухі. Трэба сідзець. Беларусь – это правовая краина. И самое главное право, якое мусить выконываться, это якое право?
прыгонная. Добро, добро. Але мне подается, что это для того, каб люди не ведали некого раскладу. Каб люди, коли люди ведают... Присюрприз таки. Это дренно. Не треба давать людям этой веды. Яны з ими, як это самое, могут, як дитячо, ему ножик, ты ж не дашь, ему может пораниться. Так и люди. Им дашь это расклад. А яны у рот потягнуть. А яны у рот потягнуть, его не надо, все, запретить. Еще одна новина от силовиков. Mm-hmm. Короче, зараз им дозволяют, кроме того, что стрелять у людей без попереджения. Ну, это так, это просто мелочевка. Да? Яны могут проглядать все особистые дадзены любого человека, выдалено, что захочуть могут робить. Так. Могут копаться у твоей переписцы с Зазаронком, какие-то там милые слова напишут, что за угодно. Так можем дать уже все полномоцтва. Все полномоцтва. Каб копались повсюдно. Не, каб яны могли за человека все вращать. Каб, например, все выдалено, а женить кого треба. Развести. Так вот, мы аккурат вертаемся до старого, доброго, пригонного права. Вот. Зробим нарешті Беларусь правовой краиной. Хотя бы одно право мусить забезпечиваться. Выдавать замуж, женить. Право першей ночи, ну, так само, вельми файная речь. Треба уводить. Ну. А то, что они ходят сумные. Ходят и женятся. Треба поднимать и заробки, и настрой. Есть на СТБ такая программа, называется «Да, но». Ведаешь, звычайно, коли кажут «да», после этого идея, ну, иншая частина мовы, но тут ее так перелопатили «да, но». И у гэтым... Да ну! Ну, да, да! Да ну на, вот я бы такое разобью программу. Ведучим там не без ведомый Яўген Пуставы. И тематикой этой черговой программы была то, как зарабить нарешті беларускамоўный проуладный гурт. Потому что, ну, нема такого, как бы, дразды, они то проуладные, то непроуладные. Угу. Мутные такие типчики, так? И вот, на думку одной девчины, якую запросили в эту программу, некая Карина Ерасимова, молодь, не спевая белорусских песен по нескольких причинах, потому что все белорусские песни народные, ну, конечно, ничего песни нема. Все гонятся по заробок, и, ну, не зрозумела, есть где какие конкурсы, потому что без конкурса куда пойдешь. А Яўген Пуставы сказал, что, ну, блин, что робить? Она отказала. Треба развивать напрамок, давать волю и свободу. И тут подключился мужик, якого зовут Кирилл Казаков. Я погуглила, кто это, я, широко кажучи, не ведала. СБ написала, что Кирилл Казаков — это маститый телевизионщик, медиа-менеджер и известный собиратель журналистских талантов. И что же он сказал? За культуру у нас никто не душит. Какую уже волю давать? Мне так и хотелось додать. Какую уже волю давать? Друзья, за культуру нас никто не душит. Ну, напевно так. За культуру поколь никто, ну, не душит, але, ну, труму, ну, трума — это так, фигня. Хотя это мог бы быть таки нормальный перформанс. Ведаешь, душим за культуру, расстреливаем за экономику, топим за политику, да? И, ну, можно премии давать. Некоторые там, например, приходят там до тебе какой-то работник культуры. Придушение на хайтаке у персонажа. Будешь играть белорусские песни? Буду. Будешь петь? Буду. Будешь голым по сцене скакать? Где угодно, все что угодно. За неделю Минск-арену соберешь? Соберу из любых деталей. Четвертый, да? Да. То есть мы сейчас на третьем. Следующий наш, да? А, да, да. Да, правильно, следующий ты наш. Да. Слава Богу, вы пришли, а то я уже не знаю, что думать. Что случилось? Сосед, у него из двери так воняет. Я думаю, что он умер. Такое ощущение, что мы не в подъезде, а у нас в отделении. Точно. Ничего. Откройте милицию. Кстати, кто там живет? Не знаю. Я недавно заселилась и еще не познакомилась с этим. А, я понял. Вы откройте милицию. Поехали, ломай. Фу, моя голова!
с вами что? Вы что? Штрафзаложный вызов захотели, а? Ну что, гражданочка, надо сначала выяснять, кто с вами там рядом живет, а потом уже ложный кипиш наводить и милицию вызывать. Там уважаемый человек живет, Григорий Озаренок, человек в отпуске сейчас, отдыхает, а вы? Это клевета? Послушай, Валя, а может она этот деструктивный элемент и клевещет на честных добрых людей? Да. Ну-ка, поехали, мы сейчас так проверим. Мы все маски снимем. А в тапочках? А я же в халате. В тапочках. Будет как дома. Яны ж там на тэму культуры вельмі падгараюць, і некі маладзён, не памятаю яго прозвішча, некі там узначальвае БРСМ-ўскі некі парламентарый. О, ён. Дык ён вельмі настаражыўся з Драздоў, з іх песні «Зіма», што-то «Зіма». «Халададзінак я дама». А зараз я прочитаю амаль там «Зіма-зіма каляды». Такая песня. «Зіма...» Ну, такая песня, познайте. І, короче, там є такі радки, що старий сыходь у дачыненні до года. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ви що, не понимаете? Это все намеки, это все намеки. І сказали, що надо этих Драздоў, таких сумнівних, конечно же, почикать. А і надо нових. І вони говорять, ну що, у нас нет нормальних своїх певцов, которые проверены. Один говорит, да есть, но их просто не видно. Они есть. Они где-то, это как мыши в доме, но они ж есть, они скрабутся где-то, надо постучать где-то. Они стучат. Тараканы. Певцы сразу. Я думаю, что коли это Рачаловски, да, хай он больше уважливо подойдет до справы. Усе песни треба проверить. Там, где зреет виноград зеленый. Слушайте, а чему только зеленый? Да. А чему не червоно-зеленый? Почему не наша геральдическая расцветка? Да. Слушайте, вообще, где зреет виноград? А Италия, Франция, виноградники, куда зовет солодуха наших белорусов? А еще, здравствуй, чужая милая. А как милая может быть чужой, коли милую ж не отдают, да. Ни любимую, ни милую, она всегда наша. Что такое прошлое не воротится? Прошлое всегда с нами. Нам не нужно никакое движение вперед. Там розовый закат касается морской волны. Что зачем нам розовый закат? ЛГБТ. Розовый, фу. Кому подмигивает солодуха? Потом думаю, песня. Любимую не отдают. Тоже там строчки, например. День вчерашний ушел, время мчится вперед. Куда? Про какой день вчерашний? Вы намекаете на президента, что он вчерашний, он должен уйти, уходи. Так вы кричали в 20-х. Короче, это я накидал для Рачаловского текст для наступной программы СТБ. Хай корыстается. Вот мы с тобой говорили про то, что чиновникам варто не спыняться только на политической праце, а варто заниматься культурницкими некими речами, там, спевать, танчить. И вот, в принципе, мне подается, они сами намацывают уже эту думку, эту глебу и идут в этом накерунку. Есть такая легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова. И она у своим инстаграме написала, чему хочет оказаться у палате представников. Что она... зазначила. Интересы государства и человека, решение проблем людей – цель моей депутатской деятельности. Оправдать ваше доверие значит исполнить свой человеческий долг перед самой собой, перед государством и перед вами, уважаемые избиратели. Контроль за исполнением законодательства о профилактике домашнего насилия, об ответственном обращении с животными, сохранение позитивного отношения к жизни и увеличение парковочных мест. Это перадвыборная программа этой цудоўнай жанчыны, якая яшчэ з'яўляецца скакухай у даўжыню, спартсменкай. І вось я прачытала гэтую праграму, і яна такая, ну, цікавая, убодрівая, так сама цікавая. І вот мне падумалася, што гэты ўсе праграмы, яны могуць стаць асновай іх творчай дзейнасці. Яны же могуць пра гэта танчыць, могуць пра гэта спяваць, паказваць спектаклі, і народу лепш зойдзе. І ў мяне нават песня нарадзілася. Карацей, вот эта вот жанчына, пра якую я толькі што казала, яна можа взяць яе на ўзбраенне. Мне падаецца, што так праграма гучыць трошкі веселей, трошкі цікавей. Постоянно работаю в округе, контролирую законодательство, исполняю свой долг человеческий
сохраняю во всем позитив. В моей программе предвыборной собачки, газончики, котики, государство и человека, симбиоз и экстаз и тандем. Ну а как же вы распорядитесь своим депутатским мандатом? Мой мандат – достояние народа. Даю я его всей стране. Ну а как же вы совместите прыжки в длину и парламент? А очень и очень просто. Подпрыгну с мандатом в руке. Мы сможем решить все задачи. Доверие мы оправдаем. Окажем конкретную помощь в решении сложных проблем. Когда начальство прикажет, мы будем бегать и прыгать. Государственные интересы нам дороже, чем совесть и честь. Шановне господарство, добрых вам выходных, доброго вечера и вогуля доброго життя. З вами были Хайтак ТВ. До побачення.